В минувшие выходные день поселения отметили в лесном городке и поселке Внесок. Активности проходили сразу на нескольких площадках. Утренняя часть праздника была посвящена здоровому образу жизни. Традиционно для жителей поселения были организованы веселые старты. Папа, мама, я, спортивная семья и соревнования «Дружба, живи спортом». Победители наградили грамотами, медалями и ценными призами. Кроме того, в рамках праздника состоялась церемония награждения жителей поселения, внесших свой вклад в развитие территории.